нас 23 июля 2022 год. Вот что-то грачи собрались тут. Какой-то у них совет такой директоров, как Максим говорит, да? Да. И вот что-то клюют они там на пажитях, пасутся. И он на березах сидят. Вот он. Обычно что-то... они на тарланке сидят. То что-то... ли что-то там просыпали, то ли что это они там собрались-то. Да у стен их ведь там коровы, там курицы ведь у них есть. Вот курица ведь к нам забежала, помнишь, ягоды начала клевать. Я еще ее 2 часа ловила. Смотри, как активно они. То улетают, то приближаются. Что-то там есть такое вкусненькое. Не зря они там долбят клювом своим. Что-то есть. На крыше вон уже еще сколько сидят. Ржавая крыша, поэтому там сидят. Если бы была новая, то они бы скатывались с нее. Да, вон на крыше сидят они тоже. Ну тут там-то понятно, а на крыше-то что сидеть? Там ничего не поешь. Ну сидят, однако. Нет, тоже что-то клюют там. Чего там клюют? Какой-то, какую-то соломинку схватил. Где кто? Да, он врачи. А кто схватил? Не ходи, а то спугнешь сейчас их. Нет, я ничего. Там соседи тоже, наверное, снимают уже со своего дома. Там, где Алексей живет. Устинов, да? Да. Ну что, такую картину пропустить, ты что? Тем более, смотри, они на забор там у них везде садятся. Сегодня у нас вечер. Сейчас вот уже без 5:09 было, сейчас 9 уже. Пилили дрова, я... Ну, часть горячей вон там сидят, на тополях больших. Да, мы пилили с ним тополь. Там бездёдный бензин, масло, а я бензопилу. Цепь притупилась, до конца не смогли допилить. Ну, вот так вот. Такую картину не всегда увидишь. Ну все, слава богу за все. Ну у вас такую картину...